मनमपि ऋषि पूर्वतम अत्र स्वरूपम् रूपम् तस्य गजमुरीपुरी माथुरीम् цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом Вишнупада, что дарашата шри, рупа ногачари вари, шилы бхакти веданты нарайна госвами Махараджа. Secondly, I bow down and offer my Shraddha Pushpanjali thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Prabhupada. Затем я склоняюсь тысячи раз у лотосных стоп моего Парам Гуру Дева, Шилы Прабхупады и всей нашей лучезарной Шри Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. И в завершение я кланяюсь всем вам, мои дорогие братья и сестры. Намбавни, Вайшнавни, Дилуни. Шива Гуру Дев Ки!
all the conditioned souls in this world are completely lost. Все обусловленные души этого мира полностью потеряны. They don't know which way to go. Они заблудились и не знают, где находится выход, куда им идти. They don't know what path of action will bring about benefit for them. Они не знают, что предпринять, чтобы обрести благо для себя. Once our Sri Chaitanya Mahaprabhu asked a question of Rai Ramananda. Однажды наш Шри Чайтанья Махапрабху задал вопрос Рай Рамананде. He said, "Who is the greatest capitalist?" Он спросил, кто является идеальным капиталистом. Rai Ramananda said. Рай Рамананда ответил. Oh, the pure devotee of Radhan Krishna. Чистый преданный Радхи и Кришны. Why is that? Как так может быть? See, Krishna himself explained. Сам Кришна объясняет эту идею. Иша будиматам будхир маниша ча манишинам ятсаттвам амритатте джейна неха мартена апнути мам ритам. See, Krishna said, this I am telling you is the greatest intelligence of the intelligent. И Кришна говорит, что я сейчас поделюсь с тобой разумом самых разумных. This I am telling you is the greatest wisdom of the wise. То, что я сейчас скажу, это величайшая мудрость мудрецов. What is that? Что это за мудрость? Oh, it is that by which то посредством которого a person can take something which is temporary. Человек может взять что-то бренное, временное, which is insignificant and will one day just very soon just disappear. Ничтожное и в любом случае обреченное на конец существования. And turn that и превратить это into the attainment of eternal immortal nectar. И задействовать в это в обретение бессмертия нектара. Who can take the temporary and attain the everlasting? Кто может взять что-то тленное и преобразить это в вечное? Who can take that which is insignificant and very has very little value and by that purchase the service of my lotus feet. Взять что-то никчемное, жалкое, и этим, благодаря этому приобрести служение моим лотосным стопам. So that is pure bhakti. Это чистая бхакти. So the pure Vaishnavas, they are the greatest capitalists. Поэтому чистые вайшнавы — это лучшие капиталисты. If your father gives you $10. Если отец даст вам $10. And you do some business and turn it into $100. И из этих $10 вы заработаете себе 100. Then you may think that you have become successful. И подумаете, что вы успешный коммерсант. Oh, and if you can invest that $100 and turn it into $1,000. А если вы сможете вложить эти $10 и заработать на них 1000? Then you think you're more successful. Вы подумаете, что вы достаточно успешный и разумный. If you can invest that $1,000 and make $1,000,000. Если вложите эти 1000 и заработаете на 1000 миллион. Now you think I am a great capitalist. Вы посчитаете себя великим дельцом, инвестором. But however wealthy you become, you lose everything. Но сколько бы денег вы не накопили за жизнь, вы все равно потеряете все эти деньги. All the investment that you make of your time and energy in the material plane will be washed away by the river of time. То есть поток времени лишит вас всех инвестиций, всех вложений, всей энергии, которую вы вкладывали, чтобы сколотить себе какое-то мирское состояние. So the most intelligent person, the wisest person, and the greatest capitalist will take this temporary human body and by engaging in the service of Gurudev and engaging in hearing, chanting and remembering,
they attain unlimited treasure of eternal blissful life in Goloka Vrindavan in the service of Radha Krishna. Поэтому самые разумные, самые мудрые и самые лучшие сообразительные инвесторы — это те, кто возьмут это бренное тело и задействует его, вложит его в миссию, в развитие миссии своего Гурудева, служение Хари и Вайшнавам, слушанию, повторению, памятованию, и таким самым обретут бессмертие, вечное пребывание в духовном мире. So try to be wise, try to be intelligent. Постарайтесь стать таким мудрым, таким разумным человеком. Sri Krishna said, anadya vidya yuktasya purushasya mavedanam supona sambhavad anyas tatpagyo jnana do bhavit. The ignorance, avidya, of the conditioned souls in this world is anadi. It has no material beginning or no material cause. Махапрабху объясняет, что невежество, в котором находятся обусловленные души, что оно присуще им с незапамятных времен. У него нет начала и нет причины существованию этого невежества. So that which is beginningless, а то, у чего нет начала, that which has no material cause, so cannot be removed by anything that you do with your material body and mind. Поэтому то, у чего нет начала и нет материальной причины существования, это невозможно перебороть никак посредством каких-то своих материальных усилий. So Sri Krishna is saying, Sutona sambhavet anyastapagyo jnanadobhavet. Therefore, a conditioned soul, being incapable of removing his own ignorance, must take shelter of another person who is situated in transcendental knowledge and can bestow that knowledge upon him. И Кришна говорит, так как обусловленная джива, то есть находясь в полном невежестве, не может благодаря собственным усилиям преодолеть это невежество, то этой душе необходимо принять покровительство осознанной просветленной личности. This is Guru Tattva. Это принцип Гуру Таттвы, принцип духовного наставника. Our Srila Narottam Das Thakur has prayed. Srila Narottam Das Thakur молится. Jnanati mirandasya jnananjana shalakya chakshurun velitam jena tasmai sri gurave namah. I bow down at the lotus feet of my spiritual master. Я склоняюсь у лотосных стоп моего духовного учителя. Because I was born in the darkness of ignorance. Я родился во тьме невежества. But just as a person who has a cataract and cannot see, or it can be removed with one instrument called chalaka. Подобно тому, как человек, который страдает от катаракты, из этого не может видеть. And by the application of Ayurvedic ointment. Этот катаракт можно вырезать и потом, применяя аюрведическое лекарство. So Srila Gurudev, by his words, by his merciful glance, by his blessing, by giving me the engagement in the service of his lotus feet, he removes the disease of the eyes and it applies the ointment of love by which we can see the light of Sri Krishna. И вот можно восстановить это зрение потом этим бальзамом, и подобным образом мой Гурудева с своим ласковым взором, своей улыбкой, своими наставлениями, повествованиями и позволением мне как-то быть задействованным в служении ему, он избавляет меня от этой духовной слепости и восстанавливает мое видение бальзамом духовной любви. It's very deep. Очень глубокая мысль. Agyana timaranda asya. Anda means a blind person. Это значит слепой. And we are blind in this world because agyana timaranda. Timira means a darkness. Мы слепы в этом мире. Timiranda — это тьма. And that darkness is the agyana.
И вот эта тьма это невежество. Gyan means knowledge, agyan means ignorance, the opposite of knowledge, anti-knowledge. Противоположность гьяны это знание, это видение, а это невидение. Now you may say, I am not blind. Вы скажете, ну я совершенно не слеп. I just turn on the light. Я включил. And I can see. Свет, вот все видно. I am not in the dark. Я вообще не во тьме. But what is the darkness? Но в чем заключается эта тьма? That separates us from God. Что это за тьма, которая отдаляет нас от Бога? Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explained. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami объясняет. Агьянатмир нама кой кайтов дарма арта кама банча адисейсов. The darkness of ignorance. Тьма невежества. Is called кайтава, cheating. Называется кайтава, обман. Duplicity. Лицемерие. If a person tries to understand shastra only by looking up the meaning of the words in a dictionary, they will not understand the Vedic scriptures. Если человек пытается познать священное писание просто проверяя слова, находя слова в словаре где-то, чтобы трактуя эти термины, то он никогда не постигнет ведические знания. Агьян means ignorance. Это невежество. But dictionary does not say the definition of ignorance is kind of. Но если в соответствии со словарем. Cheating, duplicity. Словарь не даст вам такое определение слова агьяна, что это обман и лицемерие. Агьянат тавера нам, the name of ignorance is kind of cheating. Но название невежества, имя невежества это обман. And the dictionary will not say that kind of cheating, its synonym is ignorance. Но вы не найдете этого синонима в словаре под значением агьяны. And the dictionary will not tell you that kind of the synonym of cheating is dharma, artha, kama and moksha. И уж точно словарь не подскажет вам, что синонимы вот этого слова обман, что это дхарма, артха, кама и мокша. Everyone knows dharma means to follow the path of religiosity, piety. Все знают, что путь дхармы это путь праведности, религиозности, благочестия. By being pious, by performing religious activities, you can go to heaven and enjoy the fulfillment of karma you desire. Праведное, достойное, праведное поведение позволит человеку отправиться в рай и там исполнить все свои желания. By being pious, you can get artha. Что добродетель? By being pious, the good karma comes that you can become wealthy, economic development. Что экономическое процветание приходит только благодаря дхарме, праведности. And with that wealth, you can fulfill your desires. А финансовое благополучие позволяет человеку исполнить каму, желание. And afterwards, then you can desire moksha, liberation, nirvana. И потом, исполнив все желания, насладившись вдоволь, можно уже желать выбраться из материального существования, получить мокшу. Чайтанья Махапрабху said, Tharam madhye moksha vancha kaitava pradam. Out of all the types of cheating, the prominent one is moksha vancha, the desire for liberation. Махапрабху сказал, что из всех видов обмана самый главный вид обмана это желание освобождения, мокши. Why? Почему? Я хойте Кришна бхакти хой антадхян. Because when the desire for liberation is there in the heart, then the bhakti disappears. Потому что как только возникает желание освобождения в сердце, то бхакти тут же испаряется. So performing the worldly piety, ethics and morality, chasing after economic development, fulfilling one's desires and renouncing the world also to attain liberation, this is all kind of cheating. Поэтому праведная жизнь и мирская добродетель и финансовое благополучие и попытки исполнить все свои желания, и затем даже желание получить освобождение из этого мира, это все проявление кайтовы обмана.
It is all again. Это все разновидности. The darkness of ignorance. Невежество. Why? Почему? Because if you make a very careful analysis of all desires that a person can have in this world, they fall into these four categories, and all of these desires are characteristic of Krishna Vimukta, indifference to the loving service of Krishna. Потому что если вы внимательно проанализируете все виды желания, которые могут быть у человека, который попадает в одну из этих четырех категорий дармы, артхи, камы и мокши, вы увидите, что все они характеризованы отсутствием интересов к Кришне. То есть в них они являются проявлением вимукты, безразличия по отношению к Кришне и безразличием по отношению к служению ему. To perform worldly, moral and religious activities, to strive to attain wealth and sense gratification and liberation are all different ways of ignoring Krishna. Мирская добродетель, мирская праведность, попытки стать состоятельным, финансово состоятельным, попытки исполнить свои бесчисленные материальные желания и попытки вырваться из этого мира, чтобы больше не страдать, все эти желания являются проявлением безразличия к Верховному Господу. So they all kind of cheating. Поэтому все и дарма, и артха, и кама, и мокша являются обманом. Someone may say, oh, but it's not cheating, everyone has a choice. Кто-то скажет, ну какой же это обман, у всех есть выбор. But the reason is cheating is this. Ну, это является обманом по следующей причине. Jivera swarupahoy krishnera nityadas krishnera tatasta shakti veda ved prakash. Это обман по следующей причине. Every soul. Потому что каждая душа. You. Ты. And you. И вы. And also you. И вы. And don't you hide behind the post, you as well. Прячьтесь там за колонной, это касается вас тоже. Jivaya swarupahoy krishnera nityadas. Every single one of us. We are all see Krishna's eternal servants. Каждый из нас является вечным слугой Шри Кришны. And anything other than bhakti. И все остальное is kind of bhakti. It's cheating because we are not acting in terms of who we really are. А все остальное, все кроме бхакти, это притворство, это шарлатанство, это обман, потому что мы не действуем в соответствии со своей истинной природой. So stop cheating. То прекратите обманывать. Stop pretending you are something else. Хватит притворяться, что вы что-то другое. You are not something else. Вы не что-то другое. You are Krishna's servant. Вы слуги Кришны. And only see Krishna's servant. Только его слуги. So stop cheating and do shuddha bhakti. Pure bhakti to devotion to Krishna. Прекратите обманывать и займитесь чистым бхакти, чистой преданностью Шри Кришне. And when we engage in pure bhakti to Krishna, now we have given up cheating, and that cheating is our agyan, the darkness of ignorance. И вот это единственное правдивое поведение, единственный правдивый образ жизни, жить в соответствии с пониманием того, что мы слуги Кришны. Do you understand? И служа ему активно. Вы поняли? No, does anyone not understand? Кто-то не понял еще? If you don't understand, raise your hand. Поняли, поднимите руку. So now you will understand completely. Give up all cheating. Итак, надо прекратить обманывать. Аньябиласташуньям джанакамаддинавритам анукульяйна кришнану шлинам бхакти уттама without even the slightest scent of any other desire. То есть чистая бхакти, что такое истинная бхакти? Что не должно быть ни даже запаха никакого, каких-то своих личных желаний. Engage in continuous and uninterrupted devotion to see Krishna in the wake, under the guidance of his associates. То есть нужно постоянно, непрерывно быть задействованным в служении Шри Кришны под руководством его чистых преданных. So we are indebted to our Gurudev. Поэтому мы в неоплатном долгу перед своим Гурудевом. On this day, в этот день, the anniversary of my birth, appearance in this world, юбилей моего явления в этом мире, I have not any interest of hearing any flattery of myself. Мне не интересно слушать какие-то льстивые слова в мой адрес или лестные даже слова. It's a day when I want to
Inject into your hearts some sweet nectar of the glories of the dust of my Guru Padapadma. Этот день полезен для меня тем, что я могу наполнить ваши сердца каплями нектара о славе моего Гуру Падападмы. So on this day I am feeling extremely fortunate and extremely grateful to my Guru Padapadma. И сегодня я чувствую себя неописуемо признательным, благодарным моему Гуру Деву. So there's a very beautiful verse composed by Srila Raghunath Das Goswami that you can find in his very beautiful poem Sri Mukta Charita. И очень чувствую себя удачным сегодня. Есть прекрасный стих Шрила Рупа Госвами, Шрила Рагхуната Даса Госвами, который вы найдете в Шри Мукта Чарите, его произведении. His heart is overflowing with waves of gratitude to his Диксха Гуру, Ядунандан Ачарья. И он выражает свои эмоции сердца. Его сердце преисполнено благодарности, чувств благодарности, эмоций по отношению к его духовному учителю Шри Ядунандана Ачарья. Weeping and feeling separation. Рыдая, испытывая чувство разлуки. He's remembering all the treasures Gurudev mercifully gave to me. Он вспоминает о всех сокровищах, которые Гурудева милостиво дал ему. What is that verse? Что это за стих? Nava Shristam Vanavapi Asachi Purtam Atrasupam Rupam Tasya Gajauri Purim this verse, especially it comes into mind when I was quite young, not when I was 50. Когда я думаю об этом стихе, у меня всплывает в сознании в одном определенном контексте того, когда я был еще юным, мне не было еще 50. When I was half this age. Когда мне где-то была половина этого возраста, 25. And my Guru Padapadma very kindly said, always be with me. Мой духовный учитель сказал, очень милостиво сказал, поступил со мной, сказал, всегда будь рядом со мной. When I am resting, when I am eating, when I am chanting, and when I am preaching, always stay with me. Гурудева сказал, всегда будь рядом, когда я сплю, когда я принимаю, почитаю прасад, когда я рассказываю катху, когда я проповедую, когда я путешествую, будь рядом. And he took me from the bank of Jamuna in Vrindavan. Он забрал меня с берега Ямуны во Вриндаване. To serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Rupa Goswami. Чтобы задействовать меня в миссии служения Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рупа Госвами. And we came to a place very far away in California called San Diego. И мы переместились в очень отдаленное место под названием Сан-Диего, Калифорния, Соединенные Штаты. There was a Franciscan monastery. И там находился монастырь францисских монахов. And Srila Gurudev was giving the Harikatha and Kirtan there. И в этом монастыре в течение одной недели проходил фестиваль. Srila Gurudev рассказывал Харикатху, пел киртаны. In the morning time. Утром. Early morning, Srila Gurudev was going daily for a japa walk. Рано утром каждый день Srila Gurudev выходил на утреннюю прогулку. And with a few of his disciples. В сопровождении нескольких учеников. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Relishing the nectar of Shuddhanam. Gurudeva вкушал нектар Шудханам. So at that time. В это время. One young Franciscan monk. Один монах из этого монастыря. From a distance, he was watching. Наблюдал за Гурудевом с расстояния. And he became very curious.
И он испытывал, он был заинтригован. Very attracted by his spiritual prabhav influence. Духовная сила Шрилы Гурудевы привлекала этого юного монаха. So after some time, he plucked up the courage and he came before Srila Gurudeva. И через пару дней он набрался смелости и приблизился к Шриле Гурудеву. He said, just by seeing you, I can understand that you are a great spiritual personality. Он сказал Гурудеву, просто видя, глядя на вас, я понимаю, что вы великая личность, что вы возвышенная духовная личность. Can you give me some good advice so that my life can progress? Можете ли вы дать мне какие-то духовные наставления, напутствия, чтобы я должным образом развивался в жизни? Srila Gurudev is a Rupa Nuga Gaudiya Vaishnava. Srila Gurudeva, будучи Rupa Nuga Gaudiya Vaishnava, and this young Christian monk has come before him. Должен посоветовать что-то этому молодому христианскому монаху. Srila Gurudev said, Gurudeva сказал, in your life, you should try completely to follow the example of Jesus Christ. Он сказал, в жизни своей ты должен идеальным образом следовать примеру Иисуса Христа. Follow his complete humility and complete dedication. Следуй его смирению, его преданности. And at once, that young monk, tears came in his eyes, he began to weep. И этот монах, юный монах, тут же разрыдался на глазах у Гурудева. You see, Srila Gurudev's respect for the shraddha, faith of others. Вот это пример того, как Srila Gurudeva уважает шрадху, веру в сердцах других. He could have said so many things from the teaching of Rupa Goswami. Он мог дать столько разных наставлений из учения Рупы Госвами. But seeing the faith of that person, he instructed him according to his position. Но видя направление веры этого молодого человека, он дал ему соответствующие наставления. But it was so powerful and so unexpected that so his heart melted. Это было настолько неожиданным для этого монаха, что его сердце растаяло тут же. So it's certain that perhaps in this life, or for sure in the next life, he'll come in the line of Rupa Goswami by the powerful, loving glance of Srila Gurudeva. Поэтому однозначно, если не в этой жизни, то в следующей жизни он окажется в среде Рупануга Гаудия Вайшнавов благодаря милостивому взору Шрилы Гурудева. So one morning, Srila Gurudev told me, oh, don't come on the walk with me. You have to give the early morning class. И в течение этой недели однажды Гурудева сказал, на утреннюю прогулку с джапу со мной ты не пойдешь, ты должен дать утренний класс. So I came into the temple room. It was in the monastery, but there was a beautiful altar with Radha Krishna like here. Я зашел в зал, который был расположен внутри этого монастыря, но там был красивый алтарь с божествами Радхи и Кришны. And devotees from around the world sat. И преданные с разных точек мира, то есть международная аудитория, преданные сели слушать утренний класс. Actually, most were senior and older than me. Но большинство из них были гораздо более старшими вайшнавами, чем я. But anyway, Srila Gurudev had given the order, praying Parojan, you have to give the class. Но так как Гурудева повелел мне дать утренний класс, то я должен был исполнять его волю. So at the beginning of the class, I began to say this verse. И перед классом, при вступлении, я стал произносить этот стих. Нама срастам манамапи сатипутра матра сарупам. And just then, from the back of the room, Srila Gurudev was returning from his japa walk. И в этот момент Шрила Гурудева зашел в зал, он возвращался с утренней прогулки. And from the back of the room he said, don't say that verse. Издалека, из конца зала он сказал, не смей говорить, что ты говоришь этот стих. And everyone turned around. И все повернулись от неожиданности, посмотрели на Гурудева. And gave pranam. Тут же все поклонились Гурудеву. Then Srila Gurudev came. И Гурудева приблизился, вышел вперед. I also gave pranam. Я поклонился ему. He said, "You should not say that verse." Гурудева сказал, ты не должен произносить этот стих. Why? Почему? Because Raghunath Das Goswami is saying that by the mercy of my Gurudev, I have attained Nama Shrestham, the best name, Shuddhanam. Ты не должен произносить эти слова, потому что это Раганатха Дас Госвами говорит, что по милости своего Гурудева он обрел
нама шрешта, что он обрел чистое святое имя. And the best диксха мантра, гопал мантра. И лучшая диксха мантра, гопал мантра. Манам, here манам means гопал. Манам это гопала мантра. And I have attained the association of Satchinandan Gaurahari. И он говорит сам, что я получил возможность общения с Сачинандана Гаурахари. And the association of Swarup Damodara Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami. И общение со Swarup Damodaram, Rupa Goswami. I attained residence in Braja. Я обрел возможность резиденцию во Враже. Oh, at Girirhaj Govardhan. У подножия Гирираджа Говардхана. At the bank of Радхакунда. На берегу Радхакунды. And I attained a very strong Asha, a hope, aspiration that I will serve the lotus feet of Radha and Krishna. Я обрел сильную веру, ашу, то, что я смогу служить у лотосных стоп Шри Радхи и Кришны. То праптоясе, праптоясе. I have attained it. Грамматическая конструкция указывает на то, что я обрел это уже. By the mercy of my all these treasures. I'm obtained by the mercy of my Gurudev. Мне достались все эти сокровища по милости моего Гурудева. So Gurudev said to me, have you attained? Гурудев сказал мне, ты что, это обрел? Raghunath Das Goswami can say this, but you cannot say it. Raghunath Das Goswami может такое говорить, ты не должен такое говорить. Because you have not attained these things. Ты не обрел эти вещи. I said, Gurudev. Я сказал, Гурудев. It is true. Это факт. I am not attained this. Я не обрел ничего из вышеперечисленного. But I was not thinking that I am saying this verse. Но я не думал, что это я произношу эти слова. When I was uttering this verse, I was thinking, actually, Raghunath Das Goswami is saying this verse. I am sitting and just listening to his prayers. Произнося эти слова, я думал о том, как Шрила Рагхунатха Дас Госвами молится таким образом. Я сижу у его стоп и слушаю его. Because you have taught me to pray in this way. Ты обучил меня так молиться сам. Don't forget. И не забывайте. We are singing many bhajans, kirtans, and so many verses and prayers. Мы с вами поем много бхаджанов, киртанов, произносим молитвы. So when you engage in bhakti, don't have the ahankar. The ego that you are doing this. И когда вы вовлечены в бхакти, не считайте, что это вы делаете что-то, что вы ваша аханкара, что это вы действующий. Srila Bhaktivinoda Thakur, who has written the kirtan, he is singing, and we are just very fortunate to be able to sit near him transcendentally and listen to his ecstatic kirtan. Если мы поем баджан Шрилы Бхактивинода Такур, то в правильном умонастроении слушайте это киртан, что это киртан Шрилы Бхактивинода Такура, и трансцендентно мы находимся рядом с ним и слушаем, как он выражает свои эмоции. Or Srila Narottam Das Thakur, Rupa Goswami. Whoever has composed the prayers. Кто бы ни был автором этих молитв, Шрила Нараттам Дас Такур, Рупа Госвами, Пан. Try to listen to them as they open their hearts. Постарайтесь стать слушающим. Слушайте, как они приоткрывают свое сердце вам. Don't have the ego that Vahankara Vimudhatma Kartaham Iti Manit. I am the doer. Не думайте, что это вы молитесь так или вы это поете этот бхаджан. Because I am Ahamkara Vibhudatma, I have become a donkey due to false ego. Из-за этого ложного эго вы стали полным ослом уже, ослиной головой. Gurudev used to say, give up your donkeyness. Gurudev говорил, избавься от ослиности всем. In English there's no such word as donkey. Ослиности нет такого слова в английском языке, но Gurudev придумал это слово. He's created, added a new word to the English dictionary. Добавил новое слово в английский словарь. So when I said to Gurudev, actually I was not speaking, I was only listening. Я сказал Гурудеву, но я не думал, что я произношу эти слова, я просто произносил их как слова Шрилы Рагхунатха Дас Госвами, считал себя слушающим. Then Srila Gurudev smiled. Гурудев улыбнулся. He is very beautiful, transcendental smile. Своей очаровательной трансцендентной улыбкой. And looked with his beautiful blue eyes. И посмотрел на меня своими прекрасными голубыми глазами. Then he said to me. И сказал мне. The reason I stopped you from the back of the room. Причина, по которой я прервал тебя.
ворвавшись в зал. Is because when I was your age. Потому что в юности, когда я был твоего возраста. My Gurudev told me to give class, and I was praying this verse, and he came in from the back of the room and said, "Stop! Don't tell that verse." Мой Гурудев Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж повелел мне дать утренний класс, и потом ворвался туда и закричал: "Прекрати, не говори этот стих." So when I came in, I was remembering my Guru Pada Padma. Srila Bhakti Prakyan Keshav Goswami, that is the sannyas guru of Srila Prabhupada. И Гурудев сказал, поэтому я сегодня прервал твой класс, потому что я вспомнил своего Гуру Пада Падму, Srila Bhakti Prakyan Keshav Goswami Maharaja, то есть личность, которая дал саньясу Шрилы Прабхупаде. So in this way there was a very moving, loving exchange. То есть это было очень трогательное. Очень трогательный обмен любовью. I know that my Gurudev has attained all the treasures mentioned in this verse. Я знаю, что мой Гурудев обрел все сокровища, перечисленные в этом стихе. By the mercy of his Guru. По милости своего Гурудева. So he can say this verse really from the core of his heart. Поэтому Гурудев по праву может произносить эти слова из глубины своего сердца. And on this day, I am feeling the immense gratitude for the opportunity to receive these treasures. И в этот день я чувствую безграничную благодарность за возможность стать кандидатом на то, чтобы обрести все эти сокровища. What are these treasures? Что это за сокровища? Намасрештам. Намасрештам. The best name. Самое лучшее имя. What is that best name? Что это за лучшее имя? Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna, Krishna, Hare Hare! Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare! Jayati Jayati Namanand Rupam Murare Viravita Nija Dharma Dhyana Puja Adi Yatnat Katam api sakritatam muktidam praninam yat paranam amritam ekam jivanam bhushanam me. All glories to the name of Krishna. Вся слава имени Кришны. Which is full of bliss. Которое преисполнено блаженства. Which is Murari Krishna himself. Которое является самим Мурари Кришной. And if a person will take shelter of Krishna in the form of his name. Если человек принимает прибежище у Кришны в форме его святого имени, then no need to do any worldly dharma at all. То для него нет необходимости следовать мирской праведности. Viramita nija dharma. In Sanskrit, when you write a sentence and the sentence is finished, then you have to make a line. It's called viram. На санскрите вместо точки в конце предложения ставится такая черточка «Вирам». Viram means sentence is over. То есть указывает на то, что предложение закончено. So viramita nija dharma. All the duties and obligations of this material world. Full stop. Period. Over. То есть можно жирную точку поставить на всей дарме и всех предписанных обязанностях этого мира. For those who realize the nectar of God. Для тех, кто познал нектар святого имени. Viramita nija dharma dhyana puja adiyatnat. And all the hard attempts to do different types of puja and meditation also finished. И все вот эти попытки, сложные попытки совершать разные практики, медитации, все виды служения, это тоже на них можно поставить точку. If you chant this holy name without offense, you don't have to try to meditate. Krishna himself will come and dance in your heart. Если вы станете повторять чистые святые имена, вам не надо будет пытаться медитировать. Кришна придет и сам будет танцевать на ваших устах. Katam api sakritatam muktidam praninam yat. In any way, a person touches this name, he becomes liberated. Таким образом, человек не соприкоснулся с этим святым именем, он получит освобождение. Paramam amritam ekam jivanam bhushanam me. It is the highest immortal nectar. It is the decoration, the ornament of my life. Это истинный нектар бессмертия и высшее сокровище моей жизни. I know that some of you sometimes you're not chanting every day. Я знаю, что некоторые из вас не повторяют джапу регулярно каждый день. Alas, alas. Как печально. This is a great catastrophe, disaster, calamity. Трагедия вашей жизни, катастрофа полная и печальки. Don't duck behind the other. Не надо прятаться за другими там и краснеть. I know who you are. Я знаю, кто вы.
You must chant every day. Вы должны каждый день воспевать. Even Radharani herself is glorifying and relishing this name. Сама Радхарани more than anyone else. Больше всех других вместе взятых повторяет это имя и вкушает его сладость. You know that Radharani, in separation from Krishna, she was speaking with a bumblebee. Вы знаете, что находясь в разлуке с Кришной, Радика заговорила со шмелем. She said, Yadanu charita lila kanapiyu savipruth sakritadana viduta dhanvadharma vinashta sapati griha kutumbam dinamusrja dina bhavaya varamba bhikshacharyam charanti. О, Бамбуби! О, Шмель! Who was that person who first put the sound of Krishna's name and Krishna Katha in my ear? Кто был тот первый, кто вложил звук имени Кришны и повествование о нем в мои уши? If I could find that person, I would teach them such a good lesson. They will never do that to anyone else again. Разыщу этого человека, ему так от меня достанется, что больше он так ни с кем не поступит. Because if just one drop of Krishna Nama will go in the ear, если хоть одна капля Кришна Нама попадет в уши, not even a whole name, может даже не целое имя, only Govind, может Govi, Madhusu, Madhusu, just a little drop of Nama, хоть часть имени как-то проникнет в ухо, if it will enter into the ear, it will go into the heart, and it will completely dissolve all dedication to the mundane duality. Как только это имя заберется в уши и доберется до сердца, тут же разрушит всю верность all dedication to mundane duality. В мирской дуальности. Сапати Гриха Кутумбам. At once he will forget about his house. Человек забудет тут же о своем доме. Forget about his society, everything. О своем обществе, круге общения. And come to Vrindavan. И тут же отправиться во Вриндаван. And there in Vrindavan be also like a bird. И во Вриндаване он будет жить как птица. That he's sometimes staying under this tree. То под одним деревом. In this that tree. То под другим деревом. Sometimes in Nandagaon, sometimes in Varsana, sometimes in Govardhan. То на Варшане, то на Говардане. They'll lose everything. Этот человек потеряет все, он лишится всего. And even though they've lost everything, and they become bhikshu charyam charanti, they become beggars. Станут вообще попрошайками. And they go door to door. Будут ходить от двери к двери. They knock on the door. Haribol, Haribol. Haribol. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. Открывайте. Even though they become beggars and they've lost everything, but still they cannot stop chanting Haribol, Haribol. Они уже все из этого Кришны потеряли и стали нищими, и все равно не могут прекратить говорить его, произносить его имена и говорить Кришна, Haribol. You would think their life was already spoiled, they can stop chanting now, but they cannot stop. Уже все, уже хуже не бывает, уже можно прекратить воспевать, так нет, они продолжают все. Хари Кришна. So, Radharani, she looks like she's criticizing Krishna now. И может показаться, что Радика критикует имя Кришны. But what is she really saying? Но что она хочет донести до всех на самом деле? This is called the Vyaja Stuti. Это называется Vyaja Stuti. Glorification on the pretext of criticism. Прославление, завуалированное в критику. It means and there is nothing so sweet and beautiful as the taste of Krishna. Что она хочет сказать, что нет ничего слаще, чем имя Кришны. Yadanu charita lila means, oh, everyone be careful. Don't listen to Krishna. То есть она говорит, все будьте осторожны, избегайте слушания Кришна Намы, имен Кришны. But the real meaning is tunde tanda vinira tim vitanu te tanda valila daye kana krora kadam vinira tayate kana abadeva spriham cheta prangana sangini vijayate sa vindriyanam kritim no jane janita kiyat viramrita krishne divarna dvayi. The real meaning is, I don't know how much nectar is in these two syllables. Krishna. Ну что Радика на самом деле говорит? Она говорит, я вообще постичь не могу, сколько нектара кроется в этих двух слогах. Кришна. When these syllables
come to my tongue, they seem to dance in my mouth. Когда эти два слога появляются в моем рту, кажется, что они танцуют у меня на устах. And it's so sweet and beautiful. I cannot experience it enough. I want thousands of mouths. И они настолько вкусные, что я не могу насытиться ими. Мне хочется, чтобы у меня появилось тысячи ртов. And when the sound Krishna, Krishna goes in my ears, I want millions of ears. И когда этот звук Кришна, Кришна наполняет мои уши, мне хочется, чтобы у меня было миллионы ушей. And when the sound through my ear goes into my heart. И когда этот звук проникает через мои уши и добирается до моего сердца. Then that a beautiful boy with a complexion like a fresh rain cloud, whose hair is decorated with peacock feathers, begins to dance there and play his flute. И когда этот красивый юноша, чей цвет тела подобен свежей грозовой тучи, и чьи волосы украшены павлиньим пером, играя на флейте, начинает танцевать в моем сердце. And the nectar of his beauty is coming like waves in the ocean with no end. И нектар его красоты накрывает меня, как волны в океане, нет им конца и края. So Srila Raghunatha Das Goswami say, Nama Shrestham. И Raghunatha Das Goswami говорит, что лучшее имя. Nama Shrestham Manamapi. О, Гурудев, you are so kind. Гурудев, ты настолько милостив. Today we are feeling gratitude for what Gurudev has given. Сегодня мы испытываем благодарность за то, что Гурудев дал нам. Manamapi, you are so kind, you gave me the Diksha Mantra Gopal Mantra. Gurudev, ты настолько милостив, ты дал мне Диксха Мантру, Гопал Мантру. By this Gopal Mantra, by this process of Diksha, what do we receive? Благодаря процессу Дикши мы что получаем? Divya Gyanam Yato Dadyat Kurya Papasta Sansaya. Tasmat dikshayati sa prakta daishikais tattva govidai. Learned persons, they have ascertained that diksha is the process by which dibhya jnana, transcendental knowledge, that means vishesh sambandha jnana, knowledge of your personal, individual, unique, special relationship with Sri Krishna, appears in the heart and destroys all worldly samskaras. Мудрые личности пришли к выводу, что дикша — это процесс, посредством которому дивья гьян, то есть божественное знание в форме вишеш самбанда гьяны, то есть знание о своих особых, уникальных, индивидуальных отношениях с Господом Шри Кришной, это знание приходит в сердце, и все грехи разрушаются. By the power of that Gopal mantra, one enters into the Vrindavan Yoga Peeth, Dipyad Vrindaranya Kalpadrumada Srimat Ratnagara Singhasana Stol, Sisi Radha Srila Govinda Deva Prashtali Bi Sevyamanus Para. Эта дикша мантра, Гопал мантра, дает человеку доступ в трансцендентную реальность, в Йога Питху Вриндавана. And one begins seva. И преданный начинает активно служить Радхе и Кришне. When we become established in the Sambandha Jnana, вначале мы должны понять эту самбанду, то есть realization of our relationship with Radha and Krishna, then you can taste the Nama Shrestham. То есть после того, как вы осознали свою самбанду, свои отношения с Радхой и Кришной, после этого вы сможете вкушать чистые святые имена. When we have our nitya samband, eternal relation with Radha Krishna, then we'll never think I am chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Когда вы осознаете свои вечные отношения с Радхой и Кришной, вы не будете думать, что сейчас я буду повторять Hare Krishna. What is this Krishna Nam? Что это за имя Кришны? Что это за Кришна Нам? Радхарани is chanting Krishna Nam. Кто повторяет имена Кришны? Радхарани произносит эти имена. When Radhika is in separation from Sri Krishna. Находясь в разлуке с ним. Then, at that time, the fire of separation becomes so hot, she will die. And she can only become cool by calling Hare Krishna, Hare Krishna. Когда Радика находится в разлуке с Кришной, это пламя разлуки начинает сжигать ее изнутри. И единственный способ ей уцелеть и как-то остыть, это начать произносить его имена. Hare Krishna is the sound of Radhika weeping. Hare Krishna — это плач Радхи. From the pain of the fire of separation from Krishna. Это рыдание Радхи в состоянии разлуки с Кришной. And when you have a relationship with Radhika, then the feelings of Radhika pervade one from head to toe. And then the name comes from
the lips of her mantra is Hare Krishna, Hare Krishna. Когда у вас появится отношение с Радхой, то ее эмоции будут проникать в ваше сердце. Тогда это имя уже будет звучать на устах ее манджари. So when there is some bandhagya, then Namashastra, the best name is the name that comes from the heart of Vrishabhanu Nandini. Namashastra, лучшее святое имя, это то святое имя, которое исходит из уст Вришабану Нандини, Шримати Радарани. И вы сможете обрести это лучшее святое имя, когда у вас появится самбанда, отношение с Радхой. And when Srimati Radhika meets with Sri Krishna, а когда Радика встречается со Шри Кришной, in the Nikunja Bhavan, the beautiful bowers, flowering creepers in the forest of Vrindavan, цветущих лесных коттеджах в рощах Вриндавана, and when she's embraced by Sri Krishna, the Sitkar, that means the uncontrollable shriek of joy comes from her lips. Hare Krishna. И когда она оказывается в крепких объятиях Кришны, вот этот непроизвольный, радостный такой, как ее визг или восклицание радости тоже звучит как Hare Krishna. So that sitkar, the shriek of Radhika's uncontrollable joy, that is Namashastra. Это радостные такие слова Радики. And the maidservants of Radhika, the manjaris, the maidservants of Radhika, who are all peeping through the lattice windows of the kunj and looking, they become overwhelmed with Radhika's bhav, and that name comes from their lips. И вот эти радостные возгласы Радики, они доходят до ушей ее служанок, которые прячутся снаружи кунжи, подглядывают в окошки, и они чувствуют ее радость, как эта радость начинает наполнять их сердца. И тогда непроизвольно эти имена Хари Кришна исходят из их уст. Это Намашрештам. Namashastam manamapi with sambandhagyan. Святое имя, произнесенное с самбандагьяной. Сачипутрам. In our life, where would we be without Сатипутра Чайтанья Махапрабху? Где бы мы были в нашей жизни без Сачинандана Гурагари, Сачипутры? Гауранга нахита таве кехо ета. Гауранга нахита таве кехо ета. How could we even stay alive? Если бы Чайтанья Махапрабху не пришел в этот мир, мы не смогли бы жить тут даже. Who would have revealed the glories of the holy name and the glories of the love of the gopis of Vrindavan? Кто бы поведал всем о славе святого имени и о славе пастушек Враджа? Патра, патра, вичар, нам на куруте, на свам парам викшите, деха, деха, вимаша копи, на хива кала, патикша, Прабху. Садьо, я, сраванади, сраванекшана, пранамана, дианадина, дурлабам, дате и бхактиросам, саива бхагавам, гора, парам, мегати. That Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme shelter of my life. Чайтанья Махапрабху — это мое высшее прибежище в этой жизни. Патра, патра, вичарнам на курте. He never looks who's qualified and unqualified. He's just giving to everyone. Он не приглядывается к квалификации. Чьей-то квалификации он щедро раздает свои дары всем. Distributing brain through Харинам Санкиртан. Посредством Харинама Санкиртаны он одаряет всех премой. He never thinks who is mine and who it belongs to is an outsider. Он не делит всех на друзей и врагов чужих. He never thinks whether this treasure
of the highest love of Radha Dasyam, the service of Shrimati Radhika, should be given or not be given. Для него не существует категории своих и чужих. Он не задумывается, стоит ли такое несметное сокровище любви Шримати Радхики давать. Кому попало, он просто щедро дарит его всем. Chaitanya Mahaprabhu never thinks, is this the right time or the wrong time? И он не думает, это уместное время его давать или неуместное время. Someone may say, hey, it's Kali Yuga now, everyone, they are the dregs. The dregs of the universe. Это полный... Don't give the highest prime to them, Mahaprabhu. I don't care what time it is, Kali Yuga or not. Кто-то может сказать, да сейчас Кали-Юга на дворе, это биомусор сплошной населяет эту планету, вообще нельзя им ничего давать достойного. Махапрабху говорит, да какая мне разница, всем дам Кришнапрему. Дарте и Бхактарасам, giving a Браджараса. Дам не просто что-то, а Браджарасу. How do we have some connection in our life with Gaura and Gauranam and Gauradham? А как наладить связь в своей жизни с Гаурой, с Гауранамом и Гаурадхамой? Only by the mercy of our Guru Bhadrapa. Otherwise, we have no sambandha, no relation with those transcendental aprakatavastu, divine substances. Сам Гора, его имя, его святая обитель — это апракрита васту, трансцендентные субстанции. Мы никак не можем наладить контакт, выйти на связь с ними. Это возможно только благодаря участию посредника, нашего духовного учителя. And Gora and Gurudev has made my relationship with Swarup Damodar, that means the incarnation of Radharani's best friend, Lalita Sakhi. Потом мы уже можем думать, что Гора и Гурудева милостиво познакомил меня со Сваруп Дамодаром, то есть наладил мой контакт со Сваруп Дамодаром, который лучшая подруга Радики. Without the mercy of Lalita Sakhi, no one will get a chance to serve Radhika. Не заручившись милостью Лалиты Сакхи, не будет шанса ни у кого служить Шримати Радике. Сварупам, Сирупам, Саграджам, and by the mercy of Gurudev, I have some connection with Sri Rupa Goswami. И по милости Гурудева у меня появилась какая-то связь со Шри Рупой Госвами Падом. If you had not written Bhaktirasamrita Sindhu Ujjwala Nilamani, then no one would have a clue what is this, the Brajaras, the love of Radha and Krishna. Если бы Рупа Госвами Пад не подарил этому миру свои духовные произведения Бхактирасамрита Синдху, Ужвала Ниламани, никто бы не узнал вообще ничего об этой трансцендентной любви, о Браджа Преме. By Gurudev's kindness, I have a relation with Sanatana Goswami. Я познакомился со Санатаной Госвами лишь благодаря милости Гурудева. Я узнал о Санатане Госвами, о Дживе Госвами, о всех шести Госвами. Don't think these are ordinary persons. Не думайте, что это обычные личности. Эйчай гоусай кори чарнабандан джавайте бигнагаш абишта пуран. Only by praying Jai Rup Sanatan Bhattarukunath Shiva Gopala Bhattadasurakunath, then what happens? All obstacles on the path of bhakti are removed and all spiritual desires become true. Просто обращаясь свои молитвы к этим удивительным трансцендентным личностям, мы можем преодолеть все препятствия в своей духовной практике и исполнить все свои сокровенные духовные желания. These Goswamis, they are not ordinary or even they are not even great historical persons. Эти Госвами — это не просто необычные люди или не какие-то даже выдающиеся исторические личности. Just as the Supreme Lord in Vaikuntha is surrounded by Tadrupa Vaibhav, by his own personified opulences. Подобно тому, как Верховный Господь, находясь на Вайкунтхе, находится в окружении олицетворенных своих вайбавов, своей силы, своих достояний. So in the same way, Priya Surupai, Daita Surupai, Prema Surupai, Sahajabi Rupai, Nijana Rupai, Pravarika Rupai, Tatana Rupai, Swabilasa Rupai. Srila Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, they are the embodied divine opulences of the love of Chaitanya Mahaprabhu. И наши Госвами, Рупа Госвами, Санан Госвами, Джива Госвами, они олицетворенные вайбавы Чайтанья Махапрабху, олицетворенные достояния, духовные достояния Чайтанья Махапрабху. Just remember them every day. И памятуйте о них каждый день. Before you chant. Перед тем, как взять в руки джапа малу. Чай Рупа Санатана Патаругана, Сидива Гопала Бататаса, Хари Кришна. То есть памятуйте об этих трансцендентных великих личностях.
All obstacles will go. Все препятствия уйдут с вашего пути, и все ваши духовные желания будут исполнены. Намасастам манапапи сатипутам атрас рупам рупам тасьягр джамбурпурим матурим гоштаватим. Means, by the kindness of my spiritual master, I attained a place to stay, матурим гоштаватим, in Vrindavan. По милости моего духовного учителя, я обрел резиденцию в Матуре, в Вриндаване. What is this Vrindavan? Что это за Вриндаван? Чинтамани бхуми калпа брикшамаяван чарма чакшей декитара прапанчерасам. Vrindavan is filled with the калпа брикша, wish-fulfilling trees. Вриндаван наполнил калпа брикша древом. Там растут древа желаний. Every speck of dust is a priceless wish-fulfilling jewel, Чинтамани. Каждая пылинка — это камень, исполняющий, то есть Чинтамани. Чама чакшли декитара прапанча расам. But to our material eyes, these meatballs, it looks as if it's made of earth, water, fire, air and ether, five elements of the material plane. Каждая пылинка Вриндавана духотворена и может исполнить любые желания, но для наших материальных глаз это все выглядит как чем-то состоящим из пяти грубых элементов. But Vrindavan is not like that. Но Вриндаван совершенно иной от того, которым мы воспринимаем его. Every moving and non-moving living creature is drowning in praying pure love. Все обитатели Вриндавана, живые, даже неодушевленные на вид предметы, то есть объекты, они все преисполнены любви к Шри Кришне, они тают от любви. When Sri Krishna is playing in the water of Jamuna, когда Кришна играет в водах Ямуны, then the goddess of Jamuna, she's in great ecstasy. Богиня Ямуна испытывает неописуемый экстаз. Not just tata tudupadarya makunda gita avata lakshanta mano bhava bhagna vega alinganam stragitam urmi bhujamarare grinanti bhara yugalam kamalopahara. Braja gopis are thinking, oh, the goddess of Jamuna, when Krishna plays in the water, she's coming and embracing him by the waves of her arms. Раджа Гопи думает, что когда Кришна играет в водах Ямуны, она в олицетворенной форме выходит и прижимает его к себе. But when Sri Krishna comes out of the water of Jamuna, then at once his heart is trembling with separation. When will I see you again? Но как только Кришна выходит из ее воды, ее сердце начинает трепыхать в чувстве разлуки, переживая о том, увидит ли она его снова. See, Krishna sits down beneath the trees to play his flute. Кришна садится под деревом, чтобы сыграть на флейте. Then the goddess of Jamuna River is looking and thinking, I am unfortunate. И богиня реки Ямуны, любуясь им издалека, она думает, насколько я неудачлива. But these trees are so fortunate. Но эти деревья очень удачливы по сравнению со мной. Because they're serving Krishna. Потому что у них есть возможность служить Кришне. And she becomes jealous of the trees. Она даже начинает ревновать. Она начинает завидовать этим деревьям. The love is so powerful. Что любовь настолько сильная. But then when it's evening time and it's Krishna's time to return to the village, then he gets up and leaving the forests. Но когда наступает вечер и приходит пора Кришне вернуться домой, он уходит из леса. Then the trees are thinking, oh, Krishna, I am so unfortunate. I have no feet. I cannot follow you. То в свою очередь уже деревья начинают сетовать, считая себя неудачниками, потому что у них нет ног, они не могут сдвинуться с места и тронуться вслед за Кришной. I am rooted here to the ground. Они чувствуют себя прикрепленными к земле, закованными. And in the form of honey dripping from the honeycombs in the branches of the trees begin to weep. И в форме капель меда, которые стекают из сот, прикрепленных к стволам этих деревьев, они проливают свои слезы разлуки. And see Krishna smiles. Кришна улыбается им. Don't be sad, I'll come back tomorrow. Утешая их своим взглядом, не переживайте, я вернусь завтра. Now Krishna's leaving, coming through the forest, but the deer, the beautiful does with lotus eyes, they're following through the forest after Krishna. Кришна покидает лес, но прекрасные олени с огромными красивыми глазами идут следом за ним.
But the trees cannot move and their hearts are trembling. These deer are so fortunate, they have legs, they can follow him. Деревья страдают не по поводу того, что оленям легко передвигаться вслед за Кришной, они не могут сдвинуться с места. But when Sri Krishna comes to the edge of the forest, just outside the village of Nandagaon. Так как Кришна приближается уже к окраине деревни, он выходит из леса. Then the deer cannot go any further. То оленю не осмеливается идти, сделать ни шагу вперед. Matrim goshtavatim, they cannot go in the gosht in the Nandagaon village. Они понимают, что им не дозволено заходить в саму деревню. So the deer stop at the edge of the forest. И олени останавливаются у края леса. But the cows can go. А коровы идут, конечно же, домой вместе с Кришной. So the cows follow Krishna through the gate and into the village, and the deer have become jealous of the cows. Alas, alas! Why am I a deer? It would be better if I were a cow, then I could go into the village with Krishna, and the deer are crying. И тогда уже олени завидуют коровам, думают, как им повезло, почему мы не родились коровами, мы могли идти жить в хлеву у Кришны в коровнике, а так приходится сидеть тут в лесу всю ночь. So then Sri Krishna comes into the village and goes to Nandakirak, the goshala of his father. И когда Кришна заходит в деревню, идет к коровнику Нандакирак, коровнику его отца. And he brings all the cows into the goshala. И заводит всех коров, разводит их по их коровникам. But now he has to leave them there and go into the Nanda Bhavan, the palace of Nanda Maharaj. Оставив коров в хлеву, он идет внутрь дома. And now the cows become jealous. И теперь уже коровы расстраиваются. Of the boys, the cowherd boys. Они уже завидуют друзьям Кришны. Subal, Sridham, Dham, Madhu, Mangal, Stoka, Krishna, Arjuna, Labanga, Vasan, Kokil, Bringa. All the boys are going, but the cows cannot go. Коровы завидуют друзьям Кришны, которые радостно бегут вслед за ним в дом его отца. And Krishna strokes them. Don't worry, I'll cut you in the morning. И уходя, Кришна гладит коров, утешает: не переживайте, я приду утром к вам. Oh, and then when Sri Krishna comes to go into his own private bed chamber. И позже, когда Кришна уединяется в своей спальне, then the boys cannot go. Мальчики уже не осмеливаются входить вслед за ним. But who can go? Кто может зайти в спальню Кришны? The bumblebees. Шмели могут влететь туда. The bumble honeybees, which are flying around his garland. Пчелы, шмели, которые вьются вокруг его ароматной гирлянды. Like blowing a conch shell, glorifying Krishna. Как будто бы они, это как, как будто бы они дуют в раковину, прославляя его. They can follow him into his bed chamber. Они могут влететь вслед за ним в его спальню. When he meets with Radhika, the bumblebees can go into the conch. И шмели могут даже взлететь в кунжу, в которой Кришна встречается с Радхой. So Srila Rupa Goswami part saying. Krishna Deva Bhavantam Vande. Рупа Госвами говорит, я хочу, чтобы мое сердце стало подобно шмелю. That I can always drink the nectar of Sri Krishna's seva. Чтобы я всегда мог вкушать нектар служения Кришне. So this is the nature of Vrindavan. Такова природа Вриндавана. Everyone is absorbing love for Krishna. Все испытывают любовь к Кришне. The river is envious of the trees. И река завидует деревьям. The trees are jealous of the big deer. Деревья завидуют оленям. The deer are jealous of the cows. Олени завидуют коровам. And the cows are jealous of the boys. Коровы завидуют мальчикам. And the gopis are jealous of everyone. А гопи ревнуют ко всем и завидуют всем. Because that is their vision. Пастушки Враджа, это их ракурс восприятия, это их видение. Radhika becomes jealous of Krishna's garland. Радика даже ревнует гирлянде, которая украшает грудь Кришны. Because even if the bumblebees will go away, but the garland is still embracing his chest. Что шмелей Кришна может отогнать от себя, а гирлянда останется крепко прижимаясь к его груди.
So, Сарупам Сирупам Саварджатам Матрим Гоуштавадим. By the mercy of Gurudev, I have the opportunity to live in that divine transcendental Vrindavan. По милости Гурудева я обрел возможность жить в этой трансцендентной земле Вриндавана. Радха Кундам Гирибарам Авурадика Мадавасам. Now it becomes very deep. Тут сейчас смысл становится еще глубже и сокровеннее. And also time is very. И время поджимает очень сильно. So we'll have to continue this expression of gratitude to our Guru Parampara tomorrow. Поэтому мы продолжим прославление и выражение благодарности по отношению к нашей цепи ученической преемственности завтра. So you know where to go? Вы все знаете, куда отправиться завтра. Now we'll have kirtan. Сейчас мы споем киртан. And then we'll have a big feast. Потом у нас будет праздничный ужин. Don't eat too much, otherwise you won't all fit in tomorrow. И не объедайтесь, потому что если вы станете толстыми, завтра вы все не поместитесь в помещение. Сади!